Всем привет, с вами мистер Ник. Это третья серия прохождения карты Skyblock. Вторая серия была записана сегодня. Не знаю, посмотрели вы ее или нет. Я уже начинаю третью серию снимать. Накопал, как обычно, немножко камня. Больше у меня нет никаких каменных кирок. Надо будет сейчас сделать их. Точнее, ее. Сейчас сделаем две штучки, наверное, хватит. Вот у нас, блин, пока мы были... В сундуке выросло дерево. Сейчас его зарубим. И продолжим строить спавн мобов. Также сегодня я еще хочу сделать огород. Небольшой такой. Где-то чтобы 10 земли там было. Мы тут схему такую сделаем. Там, чтобы водичка была, все дела. Чтобы всегда мокрая земля была. Короче, увидите все по ходу. Сейчас мы... Поднимаемся наверх и доделываем крышу. Блин, упал, ладно. Так буду делать. Так, крышу нам тут, конечно, чуть осталось доделать. Но все равно лучше бы она была уже полностью доделана. Так, так, так. Все, о, вот темнота идеальная. Надеюсь, мобы тут спавниться будут. Было бы неплохо. Итак. Ой, блин. Мы упали со всеми нашими вещами. Появились без них уже. Конечно, было печально. И вот как раз еще не получилось у меня выполнить задачу, которую я поставил в самом начале. Ни разу не упасть на этой карте. Жалко. Что ж поделать? Так, делаем, значит. Будем сейчас... А, вначале же надо нам сейчас не забыть сделать бесконечный источник воды. Сейчас мы такую небольшую площадку сделаем для него. Так, думаю, этого хватит. Да, мы попали идеально в размеры. Все, да, бесконечный источник мы сделали. Отлично. Сейчас будем делать наш огород. Я думаю, тут мы его и сделаем как раз. Так. Сюда опять, вот сюда опять. Вот тут вот камень. И вот здесь камушек. А тут можно разлить воду. Так, у нас уже росточков нормально. Их можно будет уже в печку скоро кидать, чтобы не тратить уголь и дерево. Точнее, древесный уголь. Так, сейчас нам надо сделать мотыгу. Так, палки, мотыга, палки сюда ставим, берем морковку и картошку. Так, рыхлим землю здесь. Все. Сейчас дождемся, хотя ладно, не надо дожидаться уже. Все, вот мы посадили удачно все. Так, тростник же на камне не растет, да. Жаль. Можно было бы его так посадить на камень. Так, а я сейчас думаю, может быть, сгонять, проверить, что у нас там на моба-ферме. Может, уже мобы заспавнились, было бы отлично.
Сейчас все как раз ночь. Нет, нету вроде никого. Давайте поспим. С утра, наверное, сделаем печку. Сделаем древесный уголь и факела. Так, печка. Поставим мы печку вот сюда. Ой, зачем нам камень? Берем дерево и доски. Ставим вот сюда вот 13 дерева пока что. Сейчас будет больше. Так, мы тут поставим 15 дерева сюда. Сюда доски. И идем погуляем пока что, наверное. Давайте еще раз проверим нашу ферму. Так, тут же темно, да? Вот идеальная темнота. Сейчас проверю сложность. Вся сложность максимальная стоит. Чаша никогда не спавнится. Может, время им надо. Так, можно еще сделать портал в ад пока что. Да, сейчас его как раз и сделаем. Опс. Дальше. Сюда. Да тут вот еще одно. Один блок вверх. Это, конечно, для того, чтобы портал разместить там внизу. И если, например, мобы какие-либо с портала сюда, ну, зайдут в портал, точнее, с ада и тпхнутся сюда, чтобы они никак не смогли выбраться. Так. 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 Вот так. Все, портал мы сделали. Остался его поджечь. Значит, ставим все сюда. Хотя нет, ладно. Так. Сейчас сделаем еще два меча. Так, еще один. Надо. Что ж такое? Вот. Берем ведро. Берем лаву. Так, забыли мы. Забыли дерево. Дерево у нас есть. Дерево есть. Повезло нам. Мы вот сюда поставим. Все, мы сейчас смотрим, чтобы он загорелся, чтобы вы мне потом не сказали, что я нечестно зажег портал как-то. Зажаться, короче. По идее, должен сейчас уже зажигаться. Что-то он не зажигается у нас. Может быть, сюда еще доску поставим. О, вот все. Так, значит, что мы можем сделать тут? Факела. Везде их расставим на всякий случай. Вдруг от того, что везде одинаковый свет, из-за этого не хотят спавниться мобы. Сюда. Сюда, наверх. Не знаю, наверху, может, будут пауки спавнить, ну ладно. Сюда. Сюда.
Везде сейчас расставим факела, у нас будет всегда светло на нашей карте. Сюда. Кстати, я забыл с самого начала кое-что сделать. Поскольку на этой карте постоянно то дождь, то лава. Ой, то дождь, то снег, то обычная погода. Короче, она постоянно меняется. Надо будет прикрыть тут все. Для того, чтобы, если пойдет снег, неожиданно все у нас не заморозилось. Особенно лава. Если лава заморозится, то все. Можно поставить крест на нашем выживании. Так, думаю, в ад мы сходим уже все-таки в следующей серии. В этой серии сейчас давайте дорубим дерево. Так, опять у нас выросло большое дерево. Я уже говорил, что я ненавижу большие деревья. Потому что их очень долго надо рушить. Ладно, что ж поделать. Растет и растет. Ничего с этим не сделать уже. Так, вот, наверное, там последний блок. Нет, два, значит, там. Все, вон еще. Так. Вроде бы, или мне показалось, или я слышал эндермена. Надеюсь, мне не показалось. Да блин. Почему же они не спавнятся? Или в этой версии вообще какая-то особенность такая, что нельзя никак сделать такую моба-ферму. Так, не выпали у нас все раз тачки, да? А, нет, вам выпал один. Посадим его сразу же. Так. Ставим все вещи в сундук, чтобы не упасть. Ну и даже если упадем, чтобы не потерять их. Итак, подводим итоги этой серии. Мы доделали. Вот как раз дождь пошел. Сейчас бы лаве капец был. Вот мы доделали нашу моба ферму. Она пока что еще не работает. Сделали огород, построили портал в ад. Бесконечный источник воды. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Если это так, то почему бы не подписаться на наш канал, не поставить этому видео лайк. С вами был Мистер Ник. Всем удачи и всем пока.